Озимая пшеница, Льговская 4, различные нормы высева, различные сроки. Норма высева в 2 миллиона, 3. Четыре. Традиционная такая норма для нас. 5. Посев более загущенный, но в то же время выглядит, конечно, достойно. Пшеница не страдает, густится. Во всяком случае, осенью густилось. 6 миллионов. Следующий, ну, это был срок сева более ранний, где-то 10 сентября. Этот уже срок сева следующий, 20 сентября. Это первая норма. 2 миллиона. Ну, есть равномерность в посеве. Три. Четыре. Пять. Шесть. И последний срок. Это уже где-то 30 сентября. 2 миллиона. Три миллиона. 4, 5, 6 миллионов. В целом 6 миллионов последнего срока сева 30 сентября и 2 миллиона 10 сентября. Вот такой вот. Можно сказать, 300 килограмм на гектар и 100 килограмм на гектар. Но более ранний сев.